стояли насмерть. Больше 20 тысяч ульяновцев были направлены на Сталинградский фронт. Сегодня в живых осталось всего четверо. Анастасия Навознова покинула отчий дом в селе Федькино Теренгульского района в 42-м. Тогда ей было всего 19. Прошла Курскую, Сталинградскую битвы, участвовала в освобождении Румынии, Бессарабии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Анастасия Федоровна, окруженная любовью и заботой близких, 11 марта встретит свой 100-й день рождения. Как наши социальные службы? Они помогают, они все время звонят, приходят, навещают. Депутат нас частенько навещает, наша, вот район нашего Засвиярского. Сталинградская битва длилась 200 адских дней. При обороне города погибли и были ранены больше 700 тысяч советских солдат и офицеров. Их силами противник потерял четвертую часть своих сил. Поддержка приходила с разных уголков страны. Труженики тыла в нашем регионе трудились в две смены, чтобы обеспечить бойцов на передовой. Мы непосредственно принимали участие в этом сражении. Наши предприятия тоже здесь выпускали продукцию, которую это шинели, это одеяло, это продукция. И мы эту продукцию по реке Волге отправляли в Сталинград. Это топливо, которое помогало танкам. В России нет такой семьи, где был бы не памятен свой герой. Их подвиг не стереть временем. 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск. Мемориал воинской славы украсили сотни красных гвоздик. Знак вечной памяти и нетленной благодарности героям за мирное небо. Среди участников митинга и молодежь. Она равняется на старшее поколение. Помню в первую очередь все эти события. Мы помним своих родственников, которые отдали свою жизнь за защиту Родины. Моя бабушка, прабабушка, ребенок войны, она очень часто рассказывала все эти истории со слезами на глазах. Сталинградская битва стала переломным этапом Великой Отечественной войны, а город-герой – символом стойкости и мужества советских людей за свободу и независимость Родины. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.